дорогие друзья, меня зовут Анна Михайловна, и сегодня мы с вами будем с утра играть. Не просто заниматься, а играть. Вы, наверное, любите играть? Конечно, любите, я это знаю. И у каждого из вас в доме живет игрушки, да? Какие-нибудь плюшевые, мишки, зайки, киски. Но у меня на самом деле сегодня будет помогать лошадка. Смотрите, вот такая вот замечательная белая лошадка сегодня к нам пришла в гости. Я ее зову мистер Белая Лошадь. Да, мистер Белая Лошадь, познакомься с нашими ребятами. Здравствуйте, здравствуйте, ребятки. Я надеюсь, у всех хорошее настроение. И мы сегодня с вами будем играть и заниматься. Уже все с утра встаете, да, вы просыпаетесь бодрыми. Вы все отдохнули, и вам хочется, чтобы день у вас продолжился каким? Чтобы он был ярким, насыщенным и веселым. А для этого нам с вами надо обязательно с утра поиграть и позаниматься, чтобы день прошел весело. Правда же? И смотрите, вот кто-то хочет сказать. Мистер Лошадка говорит, что у него есть другие друзья. К сожалению, они к нам сегодня не пришли. У него есть ежик и енотик. Но они ему рассказали очень интересные позы. Позы — это такие упражнения, с помощью которых можно набраться сил и энергии. И он говорит, что ежик ему рассказал очень одну интересную позу. Эта поза называется кресло-качалка. Ты мне расскажешь, как ее делать? Ребят, круто же. Да, конечно, я расскажу. Для этого надо сесть на коврик. Если у вас нет коврика, то можно взять ковер. Там тоже же можно заниматься. И, конечно же, нужна удобная одежда. Но если ее нет, можно заниматься и в пижаме. Что надо сделать? Сесть на плоскости ножки. Смотрите, мы садимся на пол. И лошадку мы сажаем тоже сюда рядышком. Да? Он тоже будет нам помогать. Что надо сделать? Ага, ножки надо скрестить. Смотрите, одну ножку положить под другую. Вот. И ручками схватиться за ваши пальчики. Смотрите, у вас на ногах живут пальчики. Их пять. Большой пальчик, маленький пальчик. Все, наверное, знают уже их название. Если не знаете, то обязательно напомните вместе с папой и мамой. И мы что делаем? Мы хватаемся за наши пальчики. Согласны? Вот так, да? Я все правильно делаю? Конечно, конечно, ты все делаешь верно. Я тоже сяду. Копытца. Нет, правда, лошадки? Копытца, да, скрещу. И тоже постараюсь схватиться. Не забывайте про дыхание. Смотрите, что мы делаем с вами дальше. Можно я нашу лошадку посажу сюда? Она будет наблюдать, правильно мы делаем или нет. Смотрите, мы с вами, давайте я сяду немножко боком, чтобы вам было видно. Смотрите, я сажусь боком, чтобы вам было видно, как я делаю со своей спиной. Смотрите, когда мы вдыхаем, у нас же все мы дышим, у нас есть легкие, согласны? Мы дышим носиком, выдыхаем тоже через нос. Вдыхаем носом, выдыхаем через нос. Смотрите, я делаю вдох и спинку выпрямляю. А когда я делаю выдох, я спинку скругляю как можно больше. Вот так вот, да? Все верно? Да, ты все правильно делаешь. Спасибо, мистер Лошадка. Итак, я верно все делаю? Да, все верно делаю. Смотрите, пока мы делаем это упражнение, вдох, выпрямляю спинку как можно больше, как будто вы тетива, натянули лук. А потом, смотрите, скругляя. Выдох. И еще раз. Но это не все еще. Это еще не все. А теперь мы с вами будем пытаться качаться в кресло-качалку. Смотрите внимательно. Мы делаем вдох, выдох. И потом, смотрите, мы перекатываемся на спинку и пытаемся качаться. Ну, смотрите, ручки мы не расцепляем. Они крепко держатся на наши пальчики. Видите, на большой пальчик. И начинаем качаться, как кресло-качалка. Раз, два, раз, два. И аккуратненько, смотрите, мы перекатываемся. Делаем так еще несколько раз. Не надо кувыркаться назад, чтобы совсем вот так вот перекувыркаться. Не надо. И садимся обратно. И опять мы с вами делаем вдох, выдох, вдох, выдох. И опять, как кресло-качалка, начинаем качаться. Ну что, как ты думаешь, мистер Лошадка, у наших ребят получается? Да, конечно, они все молодцы. Я всем передаю большой привет. Ну а что еще тебе рассказал твой друг енотик? А, друг енотик мне рассказал одну интересную вещь. Можно быть как пальма. Как пальма? Ты не шутишь? Вы представляете, друзья мои, вы тоже можете все превратиться в настоящую пальму. Расскажи мне, что для этого надо? А для этого надо встать. И для этого мы сейчас с вами встаем. Да, мне тоже надо встать? Конечно, ты же тоже будешь делать. Да, конечно, мы встаем. Смотрите,
на ширине плеч. Представьте, что это наши корни, наши пальцы. Ну, она все растет, да? И вот мы с вами ножки ставим на ширине плеч, а ручки наши будут веточки, да? Ты тоже хочешь попробовать? Конечно. Смотрите, я тоже настоящая пальма. А я сейчас, наверное, ребяткам расскажу, что надо еще сделать. Ну да, расскажи, а я посижу и посмотрю, понаблюдаю, давай. Итак, смотрите, наши ручки мы вдоль туловища нашего. Смотрите, ладошки должны быть вместе, вместе сомкнуты. Вот так. Вдоль туловища, ножки на ширине плеч. Я напоминаю. Мы сейчас делаем глубокий вдох. И ручки, смотрите, поднимаем наверх, но мы их не скрещиваем, а они должны смотреть, как вот два братца, друг напротив друга, вот так вот, видите, вот так вот они друг на друга должны смотреть. Попробуем? Давайте вдох и выдох, вдох, выдох. Ну, мы что-то еще какие-то маленькие, да? Маленькие мы пальмочки? Да, но все же мы растем, и мы сейчас будем большими-большими пальмочками. Чтобы это сделать, мы должны, смотрите, что с вами сделать. Мы делаем вдох. И потом мы поднимаемся на носочки и делаем выдох. И постараемся немножко задержаться в этой позе. Давайте попробуем вместе вдох. Потом выдох. И поднимаемся на носочки. И смотрите, вы смотрите вперед. Найдите себе какую-нибудь точку, чтобы равновесие удержать. Представьте, что вы дерево, вы стоите, никакой ветер вас не может согнуть. Молодцы, опускаем ручки, становимся обратно. Давайте еще раз попробуем. Я надеюсь, у всех все получится. Давайте еще раз вдох. Выдох. И вы настоящая большая красивая пальма. Надеюсь, у всех все получилось. И опускаемся. Ну что, мои хорошие, надеюсь, вы запомнили два интересных упражнения от моего помощника и его друзей ежика и енотика. Первое — это кресло-качалка. И рассказал нам ее кто? Кто рассказал? Скажи мне, лошадка. Ежик, помните? А второе нам рассказал енотик, да? Ну что, мои друзья, всего вам доброго, замечательной игры, и встретимся с вами в следующий раз. До новых встреч, пока-пока!